оптический прицел Кандар BH-KR-394A с параметрами 3.9x40. Поставляется в картонной коробке в комплекте с документацией, микрофиброй и блендой. Интернет-магазин «Попади в десятку». Корпус прицела изготовлен из качественного алюминиевого сплава, окрашенного в черный цвет. Длина корпуса у прицела 345 мм, а весит он 600 граммов. Крепится прицел на кольца, в комплекте они не идут. На линзах прицела установлены откидывающиеся резиновые крышки. Они фиксируются как в закрытом, так и в открытом состоянии. При желании эти крышки с прицела можно полностью снять. Для переноски бленда на прицел может надеваться снаружи, на его узкую часть. Самое ближнее к глазу кольцо регулирует диоптрии. Второе кольцо настраивает кратность, она у этого прицела от 3 до 9. Такой диапазон делает прицел универсальным, а от того и более удобным. Самое дальнее кольцо, расположенное на выходной линзе, предназначено для фокусировки на различных расстояниях. Есть у этого прицела и регулировка на бесконечности. Выходная линза здесь диаметром 40 мм. Бленда устанавливается на резьбовое соединение, которое изначально у прицела закрыто заглушкой. Бленда, как и корпус прицела, металлическая. Нужна она для того, чтобы свет от солнца не попадал на линзу, не создавал бликов и не снижал контраст. Также на конец бленды можно накрутить ту самую заглушку, которая изначально была на прицеле. Так как резьбы здесь одинаковые, можно накручивать одну бленду на другую, удлиняя их. Шаг регулировки прицельной сетки составляет 1/4 угловой минуты. Делается это с помощью двух регулировочных барабанов, оснащенных стопорными кольцами. Рядом с ними находится барабан регулировки подсветки. Она работает от батареек, идущих в комплекте. У подсветки есть три цвета – красный, зеленый и синий. У каждого из них есть три степени яркости. Прицельная сетка Mildot представляет из себя перекрестие с точками, помогающими брать упреждение. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона – луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.